Прием документов в Тверском государственном университете в самом разгаре. На сегодняшний день подано более 2500 заявлений на различные образовательные программы. С сотрудниками приемной комиссии и абитуриентами пообщалась наша съемочная группа. Каждый год Тверской государственный университет открывает свои двери для будущих студентов. Поступление в ВУЗ – это всегда очень ответственный период, и выбор, сделанный на этом этапе, способен во многом определить дальнейшую судьбу абитуриента. О самых популярных направлениях подготовки рассказала секретарь приемной комиссии Елена Васильева. На протяжении уже нескольких лет, собственно, две большие группы остаются наиболее популярными у абитуриентов. Это юриспруденция и это экономика. И, соответственно, все профили, которые связаны с этими направлениями. Но последние годы мы наблюдаем тенденцию, что возрастает число абитуриентов на направления, связанные с филологией. Вчерашние школьники уже грезят о большом профессиональном будущем. Например, Милена Чмыханкова хочет работать в авиакомпании, поэтому такое направление, как таможенное дело, у нее в приоритете. Девушка успешно справилась с итоговой аттестацией и надеется попасть в число счастливчиков, зачисленных в первой волне. Я подавала на таможенное дело, журналистику и на педагогику. Мне понравился университет, рассказывали друзья. Вот, я знаю о нем. Еще я из Торжка, это близко. Поэтому я выбрала такую. Процедура подачи документов довольно проста. Все, что необходимо абитуриенту, это заполнить заявление в электронной форме, а потом лично предоставить аттестат сотрудникам приемной комиссии. По любому вопросу поступающие могут обратиться к волонтерам, которые с радостью им помогут. В наши обязанности входит консультация абитуриентов, объяснение, какие есть направления, какие есть факультеты, объясняем, сколько бюджетных мест есть ли они, и провожаем по кабинетам. Это очень интересно, особенно когда ты встречаешь за день тысячу разных людей, и с каждым нужен какой-то свой подход. Сотрудники приемной комиссии отмечают, что правила приема с каждым годом варьируются. Например, на некоторых факультетах может быть изменен перечень вступительных испытаний. Поэтому самое важное правило для абитуриента – заранее ознакомиться с актуальной информацией на сайте университета.